Очередной матч первого тура наших соревнований. И встречаются извечные соперники «Газпром Энергохолдинг» и «Меридиан Энерго». Как всегда, два тайма по 10 минут нужно командам будет на поле провести. И желательно за это время все свои способности, навыки и умения показать. Опасный момент сразу создает «Меридиан Энерго» и заканчивает его взятием ворот. А не было ли до этого нарушения? Доктор? Ну, как говорится, давайте разбираться. Время остановлено, сейчас будем. Первое нарушение, кстати, нужно зафиксировать у «Меридиана». Начало ударное. Вратарь отлично играет на опережение. Сидин сумел пробить. Можно вводить мяч в игру. Очень равная игра пока. Немного опасных моментов, но все может измениться в любой момент. «Газпром Энергохолдинг» сегодня уже один матч провел, в ничью сыграл с «Сбербанком» 1-1. Для «Меридиана» это первый матч в наших соревнованиях. Дебют Фащука Романа. Дебют Фащука Романа. Вон тот чувак. Нужно оказать помощь игроку. Неприятно упал. Нарушение правил со стороны ГЭХ.
Фролов с мячом. Угловой удар. Пытается в контратаку выйти Газпром Энергохолдинг, но то ли первый матч сегодняшнего дня так измотал команду, то ли еще какая-то причина. Ну, не без проблем они в атаку выходили. И здесь фол. Второе нарушение ГЭХ. Посмотрим штрафной. Неплохая точка для удара. Вырвался здесь на оперативный простор, но не переигрывает вратаря. Есть ощущение, что команды играют с запасом. Пока слишком закрываются, может быть, побаиваются друг друга. Но есть вторая 10-минутка. Наверное, во втором тайме команды раскроются. Умная скидка грудью здесь. Ну, никто никого не придерживал, просто корпусом соперничали два футболиста. Здесь как развернули, так контратаку Галактионов бил, казалось, уже наверняка. Досадная потеря. 30 секунд остается от первого тайма. Звучит свисток на перерыв при счете 0-0. Второй тайм. Играют Газпром Энергохолдинг и Меридиан Энерго. Сразу активное начало. Кто будет первым на мяче? Сидин его достигает. Сам решил
момент заканчивать, хотя был изначально адресат для передачи. Там отложенный фол. Третий фол Газпром Энергохолдинга. И здесь Фролов тоже сам бьет. Сидин отличный мяч принял. В втором тайме Газпром Энергохолдинг играет заметно активнее, чем в первом. Работает коллективный отбор у ГЭХ, и мяч в поле они сохранили при этом. 4 минуты уже от второго тайма прошло. И контратака. Меридиан заканчивается так же стремительно, как началось. Катает мяч Меридиан, ну пора уже обострять. Все-таки всем хороший матч, плотная борьба, хороший контроль, но хочется больше моментов.
Фролову подсказывают поскорее расставаться с мячом. Минуты до конца, счет до сих пор не открыт. Создается ощущение, что команды почти согласны на ничью. Сидин упустил мяч. Момент, перекладина. Здесь можно было и проще бить. Главное в створ было попадать. Концовка матча, которая все решит. Мяч в игре. Штанга теперь уже после удара Газпром Энергохолдинга и спешат футболисты Меридиана вынести мяч куда-нибудь подальше уже, куда угодно. 34 секунды. Ну что ж, последние две минуты оказываются самыми интересными за матч, но тем не менее остается чувство недосказанности. Есть ощущение, что команды так и не раскрылись и не начали играть по-серьезному, что называется, на победу. Все больше отсиживались в обороне, боялись пропустить. Может быть, забить напоследок удастся? Будет возможность перекурить. Батарь коснулся мяча. Слушай, там
между матчами? Во сколько почти следующий матч? Во сколько начинается? Расписание. 25. Вставай, вставай, вставай! Три секунди до свістка. Все. Ну, то не прозвучало. 0-0.